Фрося, а ты что это? Каждый раз одевается Люба, а то мамке научилась. Господи, прости, помилуй. Господи, спаси и сохрани. И освети дары словом истины молитвы. А другое аминь. Аминь. Вот заметь, напишет нам в Библии, говорит, дочь в мать. И все время, как только ударили в колокол, скорее бежать надо где-то искать. Такую беду себе даже не придумаешь. И это точно так же подражает матери. Ты себя рвешь на счастье буквально. Нужно ли это? Всего лишь из-за рукавов. Ходи все время с рукавами. Понимаете, вот вы к своим обязанностям относитесь. Хрен копали, он нужен, нужен. Он дорого стоит. Накопал, я пошел специально копать. Накопал, принес такую охапку. Я не спрашиваю, знаю, что все нормально. Положили на материю, утащили, где стираете, на столиках, и там лежит, в траве гниет. Я случайно, я-то не хожу туда. Кто унес туда? Я унес. Как это так? Кому ты ее отдал-то? Никому. Никому. А тоже вот прикословие у тебя началось, и тебе вохкается, мозги сбивает кто-то тебе. Я сделал, погубил все. Нам никак нельзя, мы должны идти синхронно. Накопано, принесено, отдал. Ты на пути подсуетился, в траву положил, все сгнило. Я сделал, молодец. Сам себя накажи за это. Вы поняли, о чем я говорю? Надо беречь то, что есть. Кто ни во что ставит малое, мало-помалу придет в упадок. Сирахов 19.1. Надежда Васильевна, была ничего нет, уж через дорогу звонит. Маленько пойди опять. Денег нет. Сергею Павловичу надо отвезти, получать кошелька. Не ездит, сказал. Молчит. Два разных человека. Она все время нуждается в деньгах. Я никогда не нуждался за всю жизнь. Почему? А я нигде не трачу. Нигде. Заплаток разных найду, сделаю. Она рубаху у меня видела, говорит, это рубахи 35 лет уже. Одна рубаха. Подарили какой-то этот, абажур там, ну такой он, с тряпочками где-то. 55 лет он у меня. Я слышал, разговор шел, узнали, что они живут вместе, там 60 лет. Молодежь спрашивает, а как вы так? Они говорят, мы жили в то время, когда старые вещи чинили, они выбрасывали. И самовар чинили, все. И людей берегли, и ценили. Они так, я тебя брошу, возьму другую, а другая это еще хлеще. Первая-то была только вредная, а вторая стервозная. И к ногами все полетело. Она будет напоминать ему, она будет мстить, а он будет вспоминать, а та-то была лучше, и хлеб у нее мягче. Я беру все из литературы, не только на практике. Вот сейчас меня спрашивают, будешь первый? Я говорю, не буду. Я первое в обед не брал. Второе, не буду. Не третье. Кружка воды и кружка, маленькая кружка, вот она какая кружка-то. Вот ко мне. Рубленая я называю, неизбитая простокваша, мне еще больше не надо. Все, на этом есть. А это, чтобы только размочить хлеб. А целый день работаю. А почему? Мне это нравится. Прошу рубленую никому больше не давать. Делайте себе отдельно. Володя, один раз пролетели. Я сидел, я молоко не могу, у меня организм уже не принимает, это возрастное. Никому не давать простоквашу. Молоко чистое, давайте им. Или себе заквашивайте отдельное ведро. Договорились? Да. Мы колодец сегодня делали, крышку. Сколько время провозились, но теперь мы его закрыли. Еще Володя посмотрит там, чтобы ни мыши, никакая тварь не попадала. Далее рассмотрели там. Не мышка ли там? Нет. Он ведро взял, специальное ведро, гайку привязали наклонное, выловили кора. Я из этого ведра напился воды. Он говорит, а в том углу еще что-то плавает. Ну, глубоко. Опять поймали. Я опять из ведра из этого напился. Вторая кора. Кора. Отдельно. Ничего нет, колодец чистый. На колодце не садится, них и садится. Это не игра какая-то. Упасть в колодец узкий, и это уже никогда ты не вылезешь оттуда. В Библии говорится, чужая знана тесный колодец. У меня знакомая одна была, Клавдия Иванова, она работала костеляншей, называется в этом, ну, в гостинице.
И там один какой-то узбек или кто, они такие жеребцового характера. И к ней там лезет, говорит, а клинья бьет. Она повернулась и говорит ему: чужая жена, тесный колодец. Ты из него никогда не... Он поморгал, поморгал, отступил и больше никогда не подошел. Почему? Живое слово, как меч обоюдоострый острова, она вонзила его. Чужая жена, тесный колодец. Ты нырнешь, оттуда уже не вылезешь. Труба тебе в этой трубе. Все закончилось. Поняла? Поэтому мне как-то приехал тут человек важный, долго беседовали. Ну вот вы говорите, а вот приезжайте на свою родину, и, а земля теперь отдана другим, ну, другим колхозам. А я говорю, земля Господня, и все, что наполняет ее. Уже ночь, звезды, и вот двое ребятишек тут уснули. А я один приехал тут, где лагерь, там я огромная яма, то это навозная куча, там ни одного квадратного метра нету. А там мы потом ямы засыпали. Я говорю, Господня земля, и что наполняет ее? Он как? Я говорю, Господня земля, и что наполняет ее? Валерий Григорьевич. Он посидел, угли там помешал, у меня было что-то, пеклося. Ну ладно, я поехал домой. Мы не знаем всей страшной силы Священного Писания. И Достоевский говорит, умный дух – это сатана. Все вопросы мира соединил в три вопроса, которые к Христу подошел. Чудо называют авторитет, там, это, накорми, а потом спрашивай, где хлеба сделай. Господь мог бы ему сказать, что ты меня искушаешь? Он сказал, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, сатана отошел. Он мог бы сказать, мне цитаты из Библии не надо. Возвел на гору, показал Паше, поклонись только, поклонись один раз. И не надо тебе умирать, весь мир отдам тебе. Искушать людей не буду. Это все. Господу Богу твоему поклоняйся. Почему он не возражал? На три вопроса, в которых все системы мира, и фашизм, и коммунизм, и масонство, все сконцентрировано. Иисус ответил тремя фразами Священного Писания. Я стал думать, как это объяснить? И когда я смотрел фильм «Моисей», Бог дает ему закон, и как лазерный луч оббивает скалу и бьет в нее, и камень плывет, выплавляется, и буквы только идут. Бог пишет. То есть, а он в стороне стоит, такой луч, это ужасно, я понял вот что. Когда Господь разговаривает, он его пригвождает этими словами. Мы этого не ощущаем, он ощущает сатана. Люди сегодня не понимают этого. Меня привезли в больницу, там операцию делать надо было. А мне сказали, с вами встречи ищет один профессор. Давно уже вас слышал. Он, правда, пришел. Оказалось, какой-то татарин. Начал говорить, мы маленько поговорим. Он говорит, ну у вас свои мысли-то есть какие-то? Я вас так много слышал. Я говорю, какие? Ну вот вы сейчас, вы цитируете Библию. Я говорю, конечно. Ну а свою жизнь? Я говорю, а я вас давно узнаю. Я говорю, про меня все знаете, конечно. А как? Да вы в раю еще, я говорю, к Еве подходили. Ваша задача меня через ограду выбросить, а там задавить. Он до того удивился, как. Я отвечаю, что Бог говорит. Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. Он ко мне потерял всяческий интерес. А какой я? Я говорю, никакой. Но благодаря тому, что я дал место Христу, я никакой. Он позволил мне пройти там, где вы захлебетесь на первом шагу. В камере везде вам по-другому будут с вами разговаривать. А как разговаривать? Очень просто привезли. Так, а ну-ка показать зубы все. Сесть. Понятно. Так, а он еще ничего не понял. Кем работал? Бухгалтером. Простой народ грабил. Дед разбивается головой, бац, ему в лицо. Зубы вылетели. Стучит. Так, наркотики принесите, зубы отдали. Зубы сразу выбил, головой ему, даже кулаком не бил. Бухгалтера. И сидит, кровь глотает. Это ты здесь такой крутой. А ко мне они даже не подходят, хоть какие зубы быть. А почему? Я в молитве стою. Я вам показываю, как надо. Вы хрен берегите. Все, что вам дали, доверили. Людям можете что-то дать. Вот сейчас я гляжу, вот на моем участке, где вот здесь балерина. Балерина – это башня, летняя резиденция Игнатия Начальника называется. Марина,
Не надо тебе сейчас считать. Ты посчитаешь потом более руками, потными, делаешь закладку. Не надо делать. Закрой, просто закрой. Пальцы туда не вставляй. Я спросить хотела. Через бумажку служебную прикасайся. Ты потовые железы, она тебе желтая будет через неделю. Люба, это скосили, она носит сено сама. Сейчас только пообедаем быстро, идите, помогите, если еще надо ей помогать. Она носит навильниками и копнит вот на этом участке, около балерины. Помочь надо. Пойдешь? Да. Все, клади книгу. Ешь и беги бегу. Я не буду есть, пойду помогать. А можно спросить? Садись, ешь. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного. Пойдет время. Осторожно, осторожно. Так, вот этот хлеб, смотрите.